У нас, ребята, грандиозное событие скоро. Осталось 60 человек. И мы будем играть с подписчиками, ребята. 20 комментариев с вашим ником. И я буду дарить подарки рандомайзно вообще всем, кто оставит комментарии под видео, но только при достижении 1000 подписчиков. У меня такой праздник. Недавно, буквально в августе, я набирал еще 500 для подключения, а сейчас уже стремимся к 1000. Но это такое небольшое извещение, в общем, на ускорение, так скажем. А в чем, ребята, вообще прикол? Пришла мне сегодня на почту очень интересная вещь, что партнерская программа YouTube, то есть 16 января, то есть буквально недавно, ужесточила свои действия. То есть они теперь ставят от 1000 подписчиков и 4 часов просмотра. Блин, буквально в 2017 году, в июне, они сделали 500 подписчиков, что нужно сделать. А сейчас, не прошло и года, они уже ставят 1000. То есть они изничтожают более мелкие каналы. То есть просто тупо всех остальных уже не подключишь. Ну, хотя тут тоже своеобразное. А что на следующий год? 2000 будет, там, 5000 будет. То есть они просто тупо всех повыключат. Ну, хотя по просмотрам, допустим, получается, ну, в минутах, я более-менее еще подхожу. А вот по подписчикам я не дотягиваю до 1000. Так что у меня есть время до 20 февраля. Ребята, постараемся. Очень жду вашей помощи. В общем, подписываемся на канал. Ну, ждем розыгрыша на 1000 подписчиков. Привет всем. Вас приветствует канал Лига Music Wars. А сегодня у нас беспрецедентная акция. Мы сегодня открываем подарки. И, как я уже говорил, многие мне писали, что будет, ребята, акция соответствует той, что была на прошлый год. Кольцо и клетка. Время качать кольцо и клетку. Обязательно выкупаем все подарочки новые. Новые подарочки за мандаришки. Итак, что у нас получается? Тут этих 5, 10, 20. Так, следующее получается у нас изменение будет 26 числа. Судя по календарю, ребята, не теряем. 26 числа будет введен, насколько я понял, как же он называется-то у нас? А, гроза районов. Нужная вещь, обязательная вещь. Короче, ну не для меня, наверное. А сейчас, ребята, качаем клетку, пока 2x и по максимуму колечко. Но мы не за этим сегодня, ребята, пришли, а мы пришли за открытием подарков. Так что все открытие я буду делать, ребята, на 2x, потому что подарков у меня 170. Хотя бы мелких. Да ладно, ребята, спасибо вам всем за подарки, кто дарил. Это подарки с оценок, которых я делал на стримах. Плюс это подарки, которые я выкупил все за звезды. Ну что, давайте открывать. Ну, в общем, с мелких, конечно, с мелких, и они же мелкие. Ура, у меня есть квантовый генератор. Все можно устанавливать. Все, больше не хочу открывать, все, выходим, забираем, вот выход, шутка. Сейчас хоть клиды появятся. Ну, я, конечно, буду немножко подтормаживать все это. Ну, ничего страшного, это теперь все пойдет у нас на 2х, поэтому можно ничего не говорить. Так, а что, клетку-то я вытащил? Генератор фотонный модуль. Так, где моя добавка? Ну, судя по количеству, сколько нам выпадало у ребят, я буду прям мастер фарта. То есть у меня просто больше шедеврально есть носочек от носочек. Это вот прям хорошо. Прям красава вообще, 42 дня еще. Не понял, а почему так 42 и 1 час? О, еще и линейки высыпают. Что, над нами жалились разработчики, что ли? Ну что, у меня так? Ну что, здесь все всего открыл? О, это свинку? Да, наконец-то я смогу эту свинку бросать. Кто все бросает на нее. Давай, очень хорошая, давай. Давай, шмара. Шмара. Ну, губная помада. Сам пакет. Ничего не хочу. Где напалку давай? О, потолка. Ну я так и говорил, что модули падают хорошо, а это не очень. Ну ничего, зато я с этой этих покупаю. Зато у меня был нету. Последний ключ пак у меня все отнял. Блин, это мануэль, конечно. Ну ничего, нормально, прям мы уверенно идем.
что там звезды, нормально уже, ну еще нужно смотреть. Ну, развезду эту акцию, поэтому тут музыка еще клетку подниму хотя бы на 2 уровня. Но я думаю, что с такой жадностью мне ничего не стоит. Итак, 50 подарков, я получил несколько модулей, получил главное носочек, это самое главное. В общем, это 150 подарков, ох, ничего себе, круто. 150 подарков получается, соответствуют, например, получается 50 подаркам за 10 рублей. Ну, сейчас новую акцию еще, ну, клетку, я думаю, тоже сколько-то, скорее всего, собираю, но больше я не подтяну. Не все, в жизни еще должны быть и обязательно интересными. Я поэтому говорю, что надо все делать быстро. Интересно все. Буду, конечно, по поведению тоже делать. Подарки, подарки. Подарки, подарки. Отлично. Хорошо. 2400 звезд. 2400 звезд. Кстати, с этой акции хорошо поднялся. У меня много. Генетики пришло много. О, нифига себе. Первая биосфера. Да я просто супер. Офигеть. 90 подарков. 30 больших подарков, чтобы сферу поднять. Плюс один. Да, херею вообще. Ну, вообще, она, кстати, если честно, она не нужна. Не критичная вообще, не критичный модуль. Ой, прицел у нас. Так, значит, мы идем по кругу, да? Носочек, носочек, носочек на плюс 9. Носочек на плюс 9, вообще, блин, просто супер. Просто супер носочек. Так, следующий модуль у нас получается, это машина, да? Это лишь мармая. У нее хороший шанс, идет или не идет на открытие. Вот так, опа. Смех вообще, ну просто шедевр. Все, все, максимум, короче, сока, выпущу максимум. Максимум на края выкачал, теперь до этого будет пофига, если этот выкачал. Опа! Большой подарок, да? О, подарок, Эльфан! Ничего, не стал его. Я еще должен быть поменял, ура! Носочек 10-й, ох, кошмара 10-я, нифига себе. 10-я уже. Кто себе купил суккуба, кто себе его достал? Смелки все в подарках мы достали, ха-ха-ха-ха. Я еще хочу машинку докачать, да топовай. Но у нас не будет шанса, мы его не докачаем, вот. Потому что нет подарков, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Разговорю, ребята, на 14 февраля и на 23 февраля и на 8 марта не будет ничего хорошего. Поэтому ничего интересного не ждите, ничего не будет. Здесь можно тратиться полностью и копить на майскую акцию. Ну, неплохо, кто-то, хотя бы деньги, ребята, копите. Ну, слушай, как бы, гернавался, выпал, одна всего, одна выпала. Да, это просто какой-то эпик. Ну так, опа, не получается, опа, давай еще так. Нифига, вообще нифига. Нету, 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 ха-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 ха. Тыдыщ. Да, ну это все как-то. О! Ну она сейчас большой сыпка, да? Получается. Ну, мне она, короче, совсем не нужна. Я что-то так подумал, думаю, заняться за ней. О, ты что-то такое. Ну она еще выпадет со следующий подарок. А с этих я думаю, что все. Это уже эпик. Отлично. Димосфера. 3, Димосфера. Димосфера 4. И еще один элементик. О, ну сейчас последний, чтобы открыть там 500 подарков надо будет, да? 100 звезд. Ну, последний из этой серии. А секьюрити. Звезды. И ничего. Ничего, это тоже хорошо. Ну что ж. Подведем итоги. Подведем итоги. Итак, у нас 4000 звезд. Это просто хорошо. Генетику и шау я вообще не считаю. Потом интересно будет, когда я уже буду улучшаться. А сейчас самое интересное, что геномашинку эту вытащил я на плюс 4. Ну, больше нет. Он выпадал только с больших подарков, ребята. Дальше бумер я собрал, осталась одна деталька, я думаю, что на нее будет дофига, короче, всякой фигни, я еще буду выкачивать еще долго, то есть это мне не подфартило, ринги я не вытаскивал, там ничего не попалось, таковое, конечно, выпали еще чипы, главное мое достижение, что я наконец-то вытащил, ребята, носочек плюс 10, я прямо вау, прям просто эпик вообще это все, это носочек. Это он сейчас мне до майской акции будет, наверное, фигачить. До 8 марта даже еще будет давать подарки. Ну, он бы давал, кстати, я не знаю. А, да, он новогодние же подарки будет давать еще. Есть вероятность, что еще оттуда что-нибудь вытянется. Вот. И, короче, выдалась наша шмара. Мне вышла, короче, вот такая вот вещь. Она теперь у нас, ну, вот плюс 10 у меня. Ну-ка, стой. А, я не могу ничего сделать. Уйди, да, я уберу окно. А, у нас апгрейд клетки произошел, да? Клетка стала больше. База уровня позволяет разместить в ней двух питомцев. Рост к силе, ловкости, живущей в ней. Клетка все вмещается. 9. О, ну прикольно, угарно. Ну, поздравляю с апгрейдом клетки, ребята, качаем, короче, все это. Спасибо всем, кто смотрел. Ребята, подписываемся на канал, ждем 1000 подписчиков, ждем розыгрыша и конкурса.
В общем, всем счастливо, ребята, всем пока. Играйте в Music Wars правильно. Счастливенько, счастливенько, ха-ха-ха-ха.